В Одинцовском округе прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко дню медицинского работника. Благодарственные письма, почетные грамоты, дипломы и памятные знаки получили 189 человек. Торжественные церемонии прошли в 7 медицинских учреждениях округа. Сейчас врачи и медсестры – главные герои на планете Земля, сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», руководитель муниципалитета Андрей Иванов.